1859 пострадавших от наводнения в Петропавловске обратились за единовременной социальной выплатой. Из них 1131 получил деньги на сумму 417,6 миллиона тенге. В результате стихийного бедствия в областном центре были затоплены 1939 домов. Наш корреспондент с подробностями. Одна из пострадавших от паводка – Елена Косякина. В прошлом году она вместе со своим мужем построили новый дом в микрорайоне под гора. В результате стихийного бедствия высота воды в доме достигла 1,5 метра. Только видно было с квадрокоптера-то, что ворота открыты, заборы все повалены, вода сильным потоком шла. Документы забрали, сын мне подсказал, говорит, забирай все, что есть. Заявление сейчас писали, все хорошо, все приняли. С прошлой недели принимается заявление на получение социальных выплат от пострадавших. На данный момент 1859 пострадавших от наводнения в Петропавловске обратились за единовременной выплатой. Из них 1131 получили на общую сумму 417,6 миллионов тенге в размере 100 МРП. На данный момент заявки принимаются. Для подачи заявок вам необходимо обратиться к нам в здание по улице Театральная, 36. Для написания заявления необходимо удостоверение личности, документ, подтверждающий личное имущество и банковский счет. Стоит отметить, что в областном центре затоплено 1939 домов. Всего на единовременную выплату жителям региона выделено 724 миллиона тенге. Камиля Хамидуллина, Алихан Жаксыбаев, Жансая Каипова, Адиль Нуржанов, служба новостей.